Добрый день, друзья! Сегодня готовим очень вкусный и оригинальный домашний хлеб. Его еще называют ухо слона. Такое название из-за того, что хлеб состоит из сегментов по форме очень похожих на ухо слона. Правда, там не два уха, а 15 или 12. Выпечка получается очень мягкой, воздушной, с таким приятным сливочным ароматом и нежным вкусом. Для приготовления нам понадобится молоко, дрожжи, сахар, соль, мука, сливочное масло. Первым делом приготовим опару. Для этого берем теплое молоко, можно заменить на воду. Оно должно быть обязательно теплым, иначе при контакте с горячим молоком дрожжи не дадут реакцию. Вливаем его в миску, добавляем сахар, дрожжи и 2 столовые ложки муки. Все тщательно перемешиваем, накрываем полотенцем и отставляем на 10 минут. По истечении времени проверяем. Посмотрите, какая пышная шапочка. Добавляем соль и постепенно вводим муку. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Смотрите, чтобы тесто не было тугое. Вымешиваем тесто на столе минуты 2-3 до эластичности. Я еще немного отбиваю об стол. Сразу работаем с ним. Рабочую поверхность пропыляем мукой и раскатываем тесто в небольшой пласт. С помощью стакана вырезаем ровные кружочки. Теперь каждый кружочек макаем в растопленное сливочное масло либо маргарин. Выкладываем в форму внахлёст друг на друга по кругу. Я еще в центре 4 штучки добавила. Накрываем полотенцем и даем постоять 20 минут. По истечении времени смазываем заготовку желтком и посыпаем кунжутом. Кунжут можно заменить на мак. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов на 20 минут. Готовому хлебу даем чуть остыть и подаем к столу. Посмотрите, какой он мягкий, воздушный, с приятным сливочным ароматом. Этот хлеб смотрится на столе очень эффектно, и самым неожиданным для родных и гостей будет то, что каждый может отделить от хлебушка ухо, так как он не надрезается. Хлеб получился очень нежный, мягкий и удобный. Можно смело отрывать как листики календаря и есть так, или сделать бутерброд. Такой хлеб еще называют «погачище». Но как его ни назови, а вкус и оформление останутся превосходными. Поэтому всем рекомендую попробовать испечь этот хлеб, уверена, он вам понравится. Друзья, если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. У меня на канале есть вкусный хлеб без дрожжей. Кому интересно, ссылка в правом углу видео. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!